Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала «Записки Подмастерья». На обзоре второй выпуск модели ударного вертолета Мила-4В от компании «Иглмос». Второй выпуск выполнил так же, как и первый, на большом красочном демо-картоне. Вот тут журнал сам и коробочка с деталями. На обратной стороне практически та же информация, что и в первом выпуске. Рубрики какие будут в журнале. Некоторые особенности модели в самом вертолете. Характеристики модели. И какая информация будет в следующих выпусках коллекции. Сейчас откроем пакетик, посмотрим содержимое журнала. И соберем следующий этап этого уникального вертолета. Второй номер. В этом выпуске история Мила-4, доводка и прототипы. Боевое применение, африканский дебют. История вертолетостроения, советские летающие вагоны Як-24. И второй этап, интерьер кабины. Сама сборка и сборка номер 2 закончена. Вот так вот будут выглядеть детали, когда соберем все. Так, это опять информация по подписке и фото номера. Анонс третьего выпуска, новые детали. И стоимость журнала будет 359 рублей. Переходим к сборке. Вот и завершился второй этап сборки вертолета Мила-4. Собралась такая вот кабина. Почти что целая. Два кресла. Панель приборов. Декали, кстати говоря, клеились очень здорово, хорошо. Без всяких заморочек. И еще были детальки, две ручки управления. Ну что ж, ждем до третьего выпуска. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.